Итак, внимание, мы на тайской заправке. Да-да. Это заправка. В общем, я добрался в Хатьянь на такси, нашел свой рюкзак в офисе авиакомпании, автобус, который меня кинул на границу. Теперь я хожу по Хатьяю и вообще ни хрена не понимаю. Нигде тут туалет, ничто не едят. В общем, врываемся. Первое впечатление в Таиланде, все очень медленно, размеренно, все какие-то пофиг. На несколько обращений люди даже могут не поднять голову. И вот я направляюсь из Хатьяя в Краби сам. Расслабленно в центре, едем дальше.